Новогоднее поле чудес. Третьей тройке. Анна Сергеевна Трескунова. Вот так теперь я буду объявлять. Аркадий Давыдович Смарацман. Одесса. И Екатерина Ивановна Борисова. Город Москва. Особенно приятно. За несколько часов до Нового года продолжить ту традицию, которая, слава Богу, еще существует на поле чудес. От всех, кто сидит в этой студии, от всех наших телезрителей, вам, ветерану Великой Отечественной, за все, что вы для нас когда-то сделали, примите на память этот новогодний подарок. В студию! Это вам. Это вам спасибо. Примите на память. Вы меня, ради Бога, извините, тут как-то сложилось. Все приезжают с кем-то. Вы один приехали или тоже считая, что Новый год это семейный праздник? Вы тоже кого-то привезли с собой? Ну, мой семейный врач, очень хорошая женщина, обаятельная, просила передать кое чудес музею вот эту статуэтку. Арман де Ришелье. А это наши виноделы. Эксклюзивный экземпляр. Ну и без шампанского не бывает Новый год. Еще есть дары морские. Дары моря в студию. О! Раки. Я привез с собой музыкальный сюрприз. Мой дорогой внук. Вы приехали с внуком? Да, он здесь живет, а я в Одессе живу. Вы пригласили с собой на передачу внука? Пригласил его сюда, да. Кто наш внук? А сейчас он выйдет. Опа! Когда простым и ясным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают, друг. Веселя час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно нам повторять друг другу вновь, что наша встреча и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час придет к концу, вернешься ты, и вот тогда, тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Ай, браво, с Новым годом! Ай да ну! Ну, друг мой, с Новым годом! Какой замечательный дед! Спасибо огромное, какой добрый вечер! Какой замечательный дед, добрый вечер! Какой замечательный внук! С Новым годом! С Новым годом! Спасибо. Зная о том, что дедушка у меня очень спортивный, молодой, всегда пребывает в хорошем, блистательном настроении, хотелось бы сегодня для него сделать маленький сюрприз. Он всегда поддерживает тонус своего организма, пытается быть всегда в форме. Это удается путем физических упражнений, много ходьбы, на работе энергия, трудоспособность. Он старается быть всегда в форме. И зная об этих всех достоинствах своего дедушки, я хотел бы подарить ему сегодня велосипед. Велосипед в студию! О!
все бегу, бегу, бегу. И уносит меня, и уносит меня звеня через снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня, и уносит меня звеня через снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносит меня, и уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, как меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня, и уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Декабрь, январь и Новым годом!